Светлогорские милиционеры вывели на чистую воду скупщика краденого. История началась с похищения лошади с территории сельхозпредприятия «Михайловская агро». По горячим следам оперативники установили личность конокрада и жителя Бобруйска, который приобрел у него живой товар. Вскоре стало известно, что для последнего перепродажа ворованного – настоящий бизнес. В ходе оперативно-розыскных мероприятий также удалось выяснить, что профессиональный скупщик работает не один. Спустя несколько дней в Бобруйске был остановлен микроавтобус, которым управлял любитель незаконной перепродажи. Он и его подельник перевозили мешки с кукурузой без каких-либо сопроводительных документов. Позже прошли обыски по месту жительства еще двух соучастников. Установлено, что всего с территории сельхозпредприятия «Михайловская агро» преступная группа похитила более 1,5 тонн зерна. Сейчас милиционеры занимаются поиском тех, кому реализовано зерно, для того, чтобы уже вернуть обратно к хозяйству. У этого же скупщика краденого был обнаружен бензиновый триммер для покоса травы, который в июле этого года был похищен у одного из жителей деревни Михайловки. То есть складывается впечатление, что действительно была определенная разработана схема, она работала долгое время.